Я могу сказать одно. Первые 15 минут команда хозяев владела мячом. Мое мнение такое, что заработали не обязательный штрафной удар в боковой линии. Да. Со стандарта пропустили гол. Потом перехватили инициативу, полностью доминировали середину первого тайма, концовку, считай, тоже прижали команду соперника к воротам. Не удалось реализовать моменты. После перерыва мы начали активность. И считаю, что второй тайм полностью владели инициативу. Соперника вообще прижали к воротам. Счет был 1-0, шли качели даже. И сам не понимаю, что такая ошибка глупая, конечно, наша. Я считаю, не команда гостей. Мы сами себе привезли второй гол. 2-0, это тяжело, конечно. Побежали вот так вот играться и тут же совершили сами. Я считаю, что мы сами проиграли эту игру, но это нискольким образом не умаляет заслуги команды гостей. Молодая команда, хочу поздравить ее с победой и пожелать вам удачи.